Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Почему не было долго видосиков по этой игре? Потому что, ребята, после того, как у меня все эмуляторы накрылись, соответственно, накрылись и все игры. Поэтому аккаунт от этой игры я успешно восстановил. Но, ребята, с небольшим откатом. То есть, не точь-в-точь, что у меня было в последней серии, а, по-моему, на 2 уровня назад откат был. Ладно, это не важно, главное, что, ребята, игра у меня запустилась, играет она нормальная, и мы продолжаем. Так, первый уровень я прошел, но это для пробы, ребята, было, поэтому сегодня хочу вот этот вот весь островок проюзать полностью. Тут у нас босяра сколько? Носорог, ё-моё, плюс у него, смотри, там сколько всяких будет плюшек. Ну что же, значит, ведьма. Так, что у нас там с роботом? Давай-ка, кстати, глянем. Так, нужно поднять ему уровень. 18, да? Замечательно. Так, наверное, получим с тобой вот так вот. 10 шестеренок. Ну, я думаю, что... А, битва с боссом. Ну-ка, давай попробуем, ребята, вызвать босса. Нет, 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 нет. Давай-ка босса сразу. Сможем мы его победить? Как думаешь? И я вот не знаю. Пока вроде, ребята, как-то мы... Хотя... Подожди секунду. Слушай, мы должны победить его. Да-да-да-да-да, победа будет за нами. Все. Мы его уничтожили. И это круто, на самом деле. Так, получаем. Забираем награды. Ну, тут очень мало, поэтому, ребята, я не буду это удваивать. Ни к чему. Все. Сказал, не буду удваивать, и нечаянно нажал на просмотр рекламы. Ну и фиг с ним. Так, он побежал у меня дальше, да? Уровень локации 17. В общем, пускай он тут воюет, а мы с тобой пойдем проходить основную сюжетку. Кстати, знаешь, чего у меня здесь нету? Так, вот это вот мне не нужно. Это мне не нужно. У меня нету, ребята, рыбы. Рыбный дождь, который мы с тобой выиграли в прошлой серии. Да, я не вижу его, чтобы он у меня был в инвентаре. По-моему, вот это оружие мы еще с тобой... Да, вот, не открыт. Рыбный дождь и гарпун. А в прошлой серии, если посмотреть, то это у нас с тобой уже есть. Да, получается, где-то на уровень 2 мы с тобой откинуты. Ну, главное, что она вообще у нас запустилась. Так, ну что... Я, наверное, заменю. Может быть, мы с тобой овощевание возьмем? Давай улучшим, наверное, да? По-моему, раньше у нас было именно овощевание стояло. Ну и погнали теперь в компашку. Так, ведьма. Возможные награды. Дискошар. Ну, ребят, на самом деле дискошар как бы мне не особо нужен. Мне хотелось бы что-нибудь такое посолиднее. Не позволяй гадкому магу заменить все твои карты. А как ты это сделаешь? Не позволяй. Легко сказать. Так, ну-ка, из пушки. На-ка тебе. Так, тихо, динамит. Плюс улей. Надо было наоборот сделать, да? Улей, потом динамит. Ну, ладно. Ай! Распилить сможем? Да. Первая волна минус. Так, овощевание. А, не работает? О-оу. А это плохо, ребят, что не работает. Ну-ка, динамит. Нате, подавитесь. А этот у нас, я смотрю, да? Притворился феей несчастный. Ах, сейчас заморозит карты. И именно то, что надо мне, да? Так, из пушки добиваем с тобой этого огра. Ну и мороженку нам надо свой уничтожить. Упс, промашка. Как так-то? Я думал... Да ты достал уже замораживать мне карты. Так, друзья мои, не надо мне пока ничего тут получать. Напалм. Дальше что мы с тобой сделаем? Давай динамит. Блин, я совсем забыл, что вначале надо настакать этот динамит. Потом уже бросать. Да, долго не играли, поэтому, ребят, сейчас буду заниматься ерундой. Надо освежить, так сказать, память. Упс, пока я тут буду освежать память, меня разнесут здесь, по-моему. Так, секундочку, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем следующее. Бросим динамит. Да, сработало. Четвертая волна.
Упс, друзья мои, а этот маг паршивый, помнишь, да, его? Конечно, ты его помнишь, он сейчас будет мне сжигать карты. И, как говорится, наугад. Ну, давай я вот эту поюзаю. Что это? Что это я сделал вообще? Блин, удар. Брокколи, да? Это саппорт, поэтому давай-ка мы, наверное, вот так вот его. Ага. Блин, выжила. Эта ведьма выжила. Так, подожди-ка, нам нужно с тобой как можно быстрее электрика этого вальнуть. Сгори, я. Не успел, а кто не успел, тот опоздал. Так, ну что, бросаем с тобой напал. Плюс ко всему, давай стрельнем из пушки. Ух ты, Х5. Бросаем, конечно. Ух, солидно. И остается нам электрика вальнуть. Пускай сгорит. И последняя волна. Ух, слушай, а вот здесь проблема будет. Ладно, я попробую, ребята, выкрутиться из этой ситуации. Почему проблема? Потому что вот этот будет на себя брать весь основной дамаг. Насколько ты помнишь? А если я вот так сделаю? Слабо. Так, надо, придется, наверное, с тобой хильнуться. Я сейчас доиграюсь. Давай быстрее, динамит свой. Да ну хорош. Фух. Не, ребят, все-таки нам повезло. Нам крупно повезло. И мы прошли. Так, победа. Дискошар 444 тысячи. И все это, конечно же, будем приумножать. Итого, неплохо, кстати, неплохо. Ладно, давай с тобой следующий поединочек будем выигрывать. Так, нам нужно с тобой получить уровень. Мы в данный момент какой уровень имеем? 41, да? Это маловатый уровень, нам бы 42 взять. Ладно, пошли сюда. Пустыня электриков. Некоторые мощные карты можно сделать дешевле, если знать их особенности. Читай об этом в описании карт. А как их можно сделать дешевле? Что-то я не понял. Что это за фокусы такие? В первый раз я от них слышу, чтобы их можно было сделать дешевле. Так, ведьма там стоит. Дайте мне что-нибудь нормальное, а? У меня очень мало огненных карт. Я не могу настакать как следует, понимаешь? Все, сейчас удар будет. И сейчас еще и ведьма подсоединится, да? Карту сожгет мне, какую? Блин, она сожгла мой динамит, который я стакал, а? Вот пройдоха. Так, ну-ка. Минус. Надо заморозить, заморозить снегобум. Замечательно. И теперь, наверное, из пушки. Да, этого достаточно. Следующая волна. Распил. Попробую сейчас настакать все-таки динамит нам и закинуть его туда. Так, по-моему, пора, ребята, действовать. Ну-ка. Почти. Кактус почти, ребята, сдох, но еще барахтается. Ай! Паршивенько получилось, на самом деле. Я думал, что быстрее справимся с этим делом. Но, как видишь, не шиша. На тебе, превратили в брокколи. Упс, еще живет. Жила, точнее. Так, это у нас третья волна. Не надо мне здесь пока ничего делать. Из пушки. Так, елки-палки, я совсем забыл. Я там уже стакаю себе, ага. Достакался. Одним словом, да? Что тут у нас? Ну, хотя бы этого убрали. Сейчас удар по нам. На тебе. Давай динамит бросим. Так, и остается лишь добить. Бинго. Так, двигаемся дальше, друзья мои. Да не надо мне ваших отхилок пока. Улей. Ведьму, это хорошо. Так, овощи. О, вообще шикарно. Такой, кукуруза отдыхает. Блин, ну несмотря на то, что он кукуруза, он все равно крепкий. Ну-ка, динамитик. Гостиниц, так сказать. А он сейчас на себя повесит, да, пузырь. Блин, и попробуй теперь его пробить. А если пилой?
Бесполезно, да? Пока время не выйдет, ребята, он. Ай-яй-яй. Ну-ка, все, уничтожили. Предпоследняя волна. Ну вот только, блин, деда зомби мне здесь не хватало. Давайте без него, а, как-нибудь. И мне ряд не сменить. Ёлки-палки, что мне делать тогда? Так, если только. А если я его превращу в овощ, к примеру, и уничтожу? Да, это бесполезно, ребят. То, что ты его превращаешь в овощ, он все равно потом резается. Я-то думал, что он как бы потеряет функцию зомби, да? Что он не будет восстанавливаться. Но видишь, это не работает здесь. Так что у овощевания есть свой, как говорится, мелкий недочет. Так, голубь минус. И у нас остается дед зомби. Блин, ну я все аптечки почти профукал. Ну, кто там у нас следующий? Вот они. Давай, наверное, возьмем с тобой 10 тысяч здоровья. Так, 18 тысяч здоровья у нас, да? Маловато будет. Ну-ка. Блин, этого нужно как-то тоже, ребята, уничтожить. Потому что он сейчас будет хилять. А хиляет он очень сильно. Плюс электрик там готовится, да, бомбануть. Ах, сейчас мы получаем таких люлей. Плюс, не дай боже, отхил еще сработает. Он будет хилять кого? Грифона. Или себя? Нет, грифона все-таки, да? Так, подожди, может, в овощ не получилось? Упс. Ах, как хорошо пила-то, а? Сейчас бомбануло, ребят. Успеем, должны успеть. Так, я остается один грифон. С небольшим отхилом. Сейчас я ему из пушки. На тебе, гаденыш, получи и распишись. Все. Так, ребят, все прекрасно, все хорошо. И удваиваем награду. Ну, смотри, у нас получается 2,5 миллиона опыта идет. Это, кстати, престижно. Сейчас посмотрим, сколько у нас в совокупности вообще выходит. Угу. 7 миллионов 21 тысяча 210 тысяч, да? Понятно. Так, ну что, у нас следующий. Опа, возможная награда. Это у нас карточка на героя, на жабу. Ладушки. Ну что, понеслась, как говорится, душа в рай. Будем сейчас опять бомбить. Надо будет, ребят, немножко подкорректировать, мне кажется, наши колоды. Именно игровые. И желательно боевые. Ну, понимаешь, дело в том, что у меня, если брать по прокачке, то это самые мощные. Я как бы больше акцент ни на что не делал. Вот, а возможно, зря. Ну, сейчас пройдем этот остров и посмотрим, что у нас там есть. Что, какие комбинации можно будет там сделать новые. Ну-ка, давай улей бросим. Давайте напалм. Плюс пушка. Динамит пока нет смысла бросать. Блин, вот ту псину надо валить. Она сдохла. Так, тут у нас гоблин. Под Элвиса Пресли типа косит, да? А этого расчехлили, все. Но этот успеет ударить. Тут ничего не сделаешь. Могу только вот так вот. Следующие партизаны. Давай вот так вот. Правильно, по нему. Теперь из пушки. Что сделаем? Давай пилу, наверное, включим. И я хочу сейчас кидануть динамит. Блин, электрик выжил. Ах ты. Посмотри, а. Электрик выжил. Обойдусь пока. Хм. Блин, тут еще не легче. Два братишки вон те вон стоят, ты видишь? Теперь их осталось на один меньше. Так, динамит. Он сейчас ударит. Он ударяет очень сильно. На 4,5 тысячи, прикинь, бомбит. На 4,5 тысячи у него удар. А что так круто-то? Эй! Стопы, 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 ребят. Ну-ка, улейте в репу. Так, слушай, а волна-то еще не последняя. Далеко не последняя. Сейчас только предпоследняя будет. Надо глянуть. Ну что, понеслась. Начнем, наверное.
Слушай, деда надо убирать отсюда, пускай он там на заднем плане пока потусуется. Мы его. И все в деда летит, хорош. Зомби-дед просто в шоке. Посмотри на его физиономию. Блин, мы смеемся, на самом деле не смешно, ребят. Сейчас меня тут начнут деребанить. Почем зря. Этот же сейчас на первое место переместится, да? Давай-ка этот мухомор уничтожим. И теперь можно заниматься дедом-зомби. Ну, для начала, естественно, заморозим его, чтобы он не брыкался. Слушай, а какая у нас карта, когда наносит атаку, отхиливает нашего персонажа? Ты не помнишь? Вот и я не помню. Ух, с этим нужно разбираться. Вот, это хорошо. Так, пила и плюс динамит. Электрик с розочкой такой, знаешь, бандюган, ё-моё. Ай-яй-яй. Не так я хотел. Совсем, блин, не так. Этот еще хилять сейчас будет. Обалдеть, он хиляет всех, оказывается. Что-то мне подсказывает, что мне нужно брать вот это вот. И вот это применять. Угу. Погоди, вот это вот. Да. Отмену, как говорится, атаки. Что-то я вообще такой здесь слабенький. Куда делся профессионализм, ребята, а? Вот что значит давно не играть. Но, тем не менее, победа за нами. 605 тысяч карточек, прикинь, заработали. 7 гемов. И 1,5 миллиона опыта. Так, ну что, друзья мои. 10 миллионов у нас опыта. Нужно еще десятку, чтобы мы перешли с тобой на следующий уровень. Так, я предлагаю следующее. Давай-ка пробежимся с тобой вот по этим заданиям. Так, монстры испортили карты синего цвета. Попробуй карты с другим цветом. С другим цветом, синего, да? А у нас, по-моему, синего-то и нету. Давай выбирать монстров. Возьмем вот этих. Этих. А возьмем вот этих вот. И, к примеру, вот этих. Синего, у нас красного, да, поехали. Подожди, блин, у нас же холодильник и снегобум синий. Ёлки ты палки, вот это я лопухнулся. Ладно, там у нас всего две карты. Попробуем. Так. Отлично. Ну-ка проверим. Да, друзья мои, именно заморозка не работает. Плохо, надо было вообще, чтобы не было ни одной заморозки у меня. Ну что, люлей нам сейчас навтыкают. Получается. Блин, забываю все время. Да на ты, получи. Ну, следующий враг. Не надо мне пока ничего тут получать. Распил. Дальше что? Дальше динамит бросим. Упс. Гоблин выжил. Теперь нет. И муха, 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 муха. А, не успел, блин, в овощи ее превратить. Не успел. Так, третья волна. Тут уже и Гринч этот злобный, я смотрю, там стоит. Со своим бафом, да? Так, подожди, улей бросим. По идее, должен, ребята, отдуплиться этот ханорик. Блин, как мне вот, вот снегобум здесь и холодильник. Они вместе стоят, блин, и занимают, так сказать, слоты. Ну, давай вот так вот сделаю. Ага. Так, мне нужно еще прожить одну волну. Прожить, как вот ее сделать? Улей. Так, пила. И получается, нам нужно бросить с тобой динамит. Минус электрик. Секунду. Заморозит карту, да? Допустим. Ну. Мороженка минус. И остается собака. На тебе. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да чтоб тебя. Я на микронах, ребята, буквально. Тихо, тихо, еще пока. Не выжил. Фух. Да, шутки плохие такие вот. Сундук получили мы с тобой.
Так, фул награда, да? Тут и опыт. Почти 2 лямзика берем. Так, и давай смотреть, что нам здесь выпадет. Ох, ё. Ничего себе кроликов, почти лям. Не почти, а лям. Так, морковка. Снегобум. Пестициды. Пираньи. Вот, корабельная пушка, это хорошо. Так, ну, бонус шестеренки и гемы. А умножить можно это все? Обязательно. Будем еще здесь бомбить или нет? А, у нас откат. 2 часа 57 минут. А я могу сделать? Подожди-ка секунду. Стоп, стоп, стоп. Я могу закрыть. Нет, я уже не могу вернуться, да, получается? Хотя, подожди-ка, вот так вот мы сделаем с тобой. Да. Значит, синего цвета, да, они испортили нам карты. Мы с тобой сейчас возьмем. Вот это вот уберем. А на что вас взять-то? На что поменять-то? Слушай-ка, я даже не знаю. Может быть, у нас огонь вообще с чем хорошо работает? Давай посмотрим. Урона на по поддержке это понятно. Это понятно. А с чем вы хорошо? Не хватает карт. Это все понятно, что не... О, кстати, кролика-то надо улучшить. 40 уровень, шикарно. Может быть, взять барабан судьбы, а? Вместо выщевания, как думаешь? Барабан судьбы и плюс ко всему. Может, метеор? А метеор вместо холодильника. Слушай, вот это вот у нас будет тогда супер. А, дробовик, кстати, тоже у нас огненный. Так что, наверное, я возьму его. Или все-таки метеор. 2.74, а здесь урон 3.45. Тогда дробовик оставляем. Ну что, теперь, я думаю, мы вообще с тобой пройдем там на изи. Так, где у нас компания? Так, а нафига я оставил холодильник? Господи, вот это да. Мне же этот не нужен, ребята. Снегобум, именно вот в данный момент. Поэтому его смело тоже меняем. Все. И мало того, что меняем, я еще смотрю, мы можем прокачать этот метеор. И не только метеор. Так, давай, наверное, дробовичок улучшим с тобой. Все. Погнали. Сейчас мы будем с тобой тут наяривать, будь здоров. Ну, если ребята здесь дают неплохой опыт, почему бы нам не воспользоваться, да, этим моментом? Так, понеслась. На. Посмотрим. Воу. Фига, он там жарит. А на, коптенчик. Ёпрасоте. Эй-эй-эй-эй. Блин, барабан судьбы какой-то не очень хороший, если честно. Так, это сейчас пузырь сделает. И нашел на кого поставить пузырь, а? На-ка, динамит. Так, остается только лишь йети. Что-то у нас все очень-очень плохо тут. Ну давай ты свой убирай этот. И успел же еще, а, бомбануть. Это была только первая волна. Барабан судьбы. Да не надо мне этого. Так, теперь пила. И хотелось бы, конечно, улей. Попробуем. Так, минус электрик. Наверное, подожгем их всех. Это все отхиливается, да? Динамит. Замечательно. Так, третья волна. Попробуем пока продержаться. Барабан судьбы. И все в этого, да, летит? Я понял. Ага, тут еще и псина. Псина, которая наносит урон, если находится на заднем фланге. Что так долго? Она опять ушла, да, на задний фланг? Мне кажется, этот дробовичок как-то, ну, не особо хорошо идет, ребят, нам.
Так, метеорит. Трындец какой-то. Ну что, последняя, ребят. Последняя у нас волна здесь. Погнали. Напалм. Дальше метеор. Слушай, что-то вот чисто огненными картами играть как-то не особо хорошо, если честно, ребят. Вот что я вам скажу. Сейчас сожгет еще карты мне, а? Блин, это что-то там готовится. Готовится ударить, да? Мне придется аптечку юзать. На 7000, прикинь, урона нанесла. Гадина. Если я сейчас ее не уничтожу, по-моему, крышка будет мне. Это же саппорт. Ну-ка. Да. Фух. Справились. Корону еще какую-то получили мы. Ага, награда. Давай, давай. Так, друзья мои, еще одну корону, да? Хотелось бы получить. Короче, смотри, в чем суть. Мы здесь проходим с тобой, но нам не дают награды. Нам просто дают опыт. Это если мы по повтору проходим. А что у нас здесь? Чемпионская арена. В каждой волне тебя ожидает чемпион. Пройди все волны и получи ценную награду. Вот это сейчас мы с тобой пойдем и заюзаем. Значит так, теперь можно вернуть некоторые карты, которые у нас были удалены. Это снегобум. И это холодильник. Дробовик надо убирать. Что-то как-то не особо хорошо заходит он. Слушай, а вот эта колотушка, интересно, классно бомбит вот это вот? Общий урон 5000. Ого. Ничего себе. 19 тысяч общий урон. Давай. 19 тысяч общий урон. Это, кстати, очень сильно, ребят, бомбит. Так, пойдем с тобой на арену. Будем наказывать. В каждой волне, ребята, будет свой чемпион. Ну, ты понял, да? Типа мини-боссика, которого мы должны будем одолеть. Эти испытания мы с тобой проходили. В принципе, ничего сложного в нем нету. Так, погнали. Ну, естественно, это не саппорт, поэтому по нему не особо сильный урон. Нащелкали такие, да? По челюсти всем. Я совсем забыл, что он на заднем ряду, ребята, атакует. Но зато всех подбили. А, тут 6 волн будет. Начнем со снегобума, наверное, да? Это саппорт, насколько я помню. Да, урон колоссальный получает. Так, бросим улей с тобой. И давай вот так вот. Пощелкали, да? Так, тихо. Эти братья тут еще остались. А, все, что ли? А что они такие ватные здесь? Объясните-ка мне, пожалуйста. Я думал, они здесь посопротивляются еще. Нет. Смотри, как мы их быстренько с тобой чикаем. Так, минус этот цветочек. И все. Так, не надо. Поехали. Напалм. Холодильник. Так, грифона, да, хиляет эта фигня. Ну, здесь, конечно, мало урона получает. Для них эти 19 тысяч, ребят, это смех на палку, потому что тут у босса 124 хп в общей сложности, плюс он отхиливается. Тут надо из пушки бомбить. Это однозначно. Упс, и то не пробил. И то не пробил, прикинь, насколько он силен. Замораживаем и убиваем. Предпоследняя волна. Начнем с напалма. Тут 132 тысячи здоровья у противника. Всех заморозим пока. Неудача, неудача. А, все, я понял, ребята. Неудача, неудача, он же как танк. Его не пробить. Понял. Лопухнулся я, получается. Но я, честно говоря, и не знал даже, что вот так вот это работает.
Ну-ка. Ага. Того убрали, и остается вот этот хлыщ. Замораживаем и уничтожаем. Последняя волна. Вот они, красавчики. Явились. Ведьма! Блин, карты. Ах. Ну что ты будешь делать, а? Теперь просто по рандому, друзья мои. Повезет, не повезет, фиг его знает. Ведьму, конечно, убрать бы не помешало. Она сейчас опять испортит мне всю малину. Где массовые такие? Давай хотя бы так сделаем. А, неудача, неудача, неудача. Тогда сжигаем. Так, тролль, не дергайся, пожалуйста. На-ка. По-моему, все, ребята. Да, у нас круто получилось. Мы получили с тобой сундук. Естественно, сейчас будем смотреть, что там выйдет. И опыта, кстати, немало. Ну-ка, сундучок, порадуй меня. Пестициды. Жгучий улей. Ага, молот Тора. Леденящий лук. Шокодрон. Корабельная пушка, вот это круто. Есть, ребята. Бумеранг мы с вами получили. А разве бумеранга у меня не было? Ну и шестеренки. Что-то мне подсказывает, что бумеранг у меня был. Может быть, какой-то другой. Мы сейчас глянем с тобой. Так, друзья мои, давайте-ка зайдем в инвентарь и кое-что глянем. Могу прокачать снегобума. Вот бумеранг. Так, секундочку. Бумеранг. Ну, вроде бы у меня был, ребят, на старой записи бумеранг. Ну, ладно. Новая карта все равно всегда приятна, да? Не хватает карт. Обалдеть. А почему здесь вот... А, видимо, вот это вот то, что новая карта. Она какая у нас получается? Стихия. И если цель шокирована, дополнительно наносит 100 единиц урона остальным целям. Остальным целям. Ну, так себе карта, да? Бумеранг этот. У нас еще, по-моему, есть какое-то испытание. Последнее, да? Вот это вот. Но тут дело в том, что, друзья мои, надо победить будет последнего босса. Так, помоги Тиме избавиться от монстров на его свалке. Он будет находить тебе новую карту после каждой победы. Ну, там можно встретиться с таким боссом, которого ты не сможешь просто одолеть. Отправить друзей. Блин, я еще даже никого не отправил. Так, здесь не будем. Отправить. Отправить, отправить. Оу, охота за сокровищами у нас доступна. Давай, конечно. Это жадный гоблин. Твою налево, я колоду не поменял. Ну, я думаю, мы справимся. Жадный гоблин. Да, это еще тот жучара. Придется его наказать. Главное, чтобы у меня аптечек хватило. Так, понеслась. Так, а, он же не замораживается. Я вспомнил сейчас только. Забыл. Совсем забыл, ребят, что он не замораживается. Так, надо его, естественно, из пушки. Это самое, как говорится, эффективное против него оружие. Сейчас будет мне по щам давать тут. Так, он, по-моему, ребят, потом что-то делает на какой-то определенной фазе. Пузырь. А, это этот на него повесил. Эй! Какого лешего он делает? Дай тогда вот так вот, что ли, я не знаю. Сейчас что-то... Подожди, а, мы до фазы еще не дошли до этой, да, получается? До определенной. Ну-ка. Надо пробивать этот вот защитный шар, который у него стоит. Получить. Ну, давай получим. Так, секунду, секунду, секунду. Сейчас, погоди. Заморозили, да? Пила. Хотелось бы динамитик как-то использовать. Минус. Ну-ка, закидываем удочку. Фиговенько закинули. Замораживаем. Да чтоб тебя. А так. И все равно получили гитары, а? По морде. Ладно, гоблин возвращается в свою, как говорится, форму. Что это он там? Что это он там делает? Так, а если мы с тобой сделаем вот так вот?
Что-то он там отбивает, я не могу врубиться, что он там делает. То ли он урон отражает, то ли что-то еще в этом роде. Давай. По идее, жадный гоблин должен давать нам довольно неплохие награды, насколько я помню. Так, надо успевать. Снегобум, заморозишь его? Окей. Пока он в заморозке, ребята, просто с вами копим энергию по максималке и бомбим. Вот он вернулся. Да ну, блин, ну вот тебя-то кто сюда звал, а? Ведьма ты паршивая. Ё-моё. 93 тысячи у него здоровья осталось. Вроде бы и немного, но и немало. А что это он сделал? Какую-то мишень повесил непонятную. Что-то не пойму, что тут происходит. Улей бросаем. Так, минус снеговик. Понял. А тут? Дребудень какая-то, да? Так, он поменялся с этой. Да что он творит-то? Так, он призвал опять, да, своих помощничков. И опять эта ведьма здесь, а? Ну-ка так вот попробуем. О, динамит. Чутка совсем осталось, ребят. Совсем чутка осталось и... Попробую так вот сделать. Да ну хорош! Ты что, блин, специально так делаешь, что я не могу понять, блин? Ну... Есть. Фух, мы его подбили. Ну, он должен давать щедрые награды, друзья мои. Ага. Вот так вот. Конечно, это все надо приумножать. Ага, суперский сундучок у нас здесь. Так, топоры дровосека. Юрий. Осколочная граната. Громовая туча. Тихий убийца. Дайте новую карту мне. Бумеранг. Барабан судьбы. Миномет, друзья мои. Это новая карта, я даже не знаю, что она делает. Плюс шестеренки. Ну и конечно же это все тоже умножаем. Новый уровень, наконец-то. 42-й, прекрасно. Так, ну что, друзья мои, неплохо мы сегодня побомбили. Знаешь, что я думаю? Давай-ка мы, наверное, еще разочек пройдем с тобой. Знаешь, для чего? Для того, чтобы получить еще одну корону и получить вот этот суперский сундук. Я думаю, ты будешь не против, да? Давай. Погоди-ка. Блин, мне уже не вернуться обратно. Или я смогу все-таки? Тут же синие, да, у нас карты не работают. Так, отменяем. Заходим в инвентарь. И убираем с тобой... И заодно, кстати, вот это вот надо посмотреть. Общий урон, что-то маленький. Если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100 единиц урона. Так, а бьет он по случайной цели. Два выстрела по 20% получается. Слушай, ну надо взять протестить. Вместо холодильника возьму... Так, а что у нас еще там новое выпало? Ты не помнишь? Что-то я тоже не помню. Ну, а, снегобума убрать надо. Снегобума убрать и можно взять... Что взять-то? Барабан судьбы, что ли? Или же... могу даже вот это прокачать еще. Цель... Передний, да, получает урон. Так, и... Ага, по защитникам. Слушай, ну если столько урона по защитникам наносит, это круто, ребят. Потому что единственное, что у меня сейчас хорошо бомбит, это корабельная пушка. Именно по защитникам. Которая может их хорошо пробивать. Нифига себе у нас 15,8 урона. 15 тысяч. Слушай, надо проверить. Так, ну что, компания, где у нас там? Вот. В бой. Надеюсь, получится быстренько здесь пробежаться, получить корону и получить суперский сундук. А там уже награды и приумножить их. Ну, поехали.
Проверим. Ух ты, в принципе, ребят, неплохо. На-ка, муха, полетела отсюда. Так, пила, пила. Этих, естественно, нараспил сразу же. А тебя вот так вот. Эх, я думал, что успею. На, влобешник. Гори в аду. Блин, отлично. Три выстрела, ребята. Целых три выстрела делает этот гранатомет. Так, пока не надо. Правильно. Вот в тех нужно. Опа, динамит. Х5. А что это он? А, видимо, с каждой волной, ребята, враг все сильнее и сильнее становится. Саппорт, валим его. А этот все-таки успеет, да? Успеет нанести мне урон. Причем не кислый, 5000. Так, минус. Что, будем, наверное, хиляться. Ну что, напалм? Блин, ведьма, ведьма, ведьма. Стоит вон там, сейчас, как всегда, карты мне. Я ее ненавижу за это, а. Да фиг ли, это фигня, ребят. Так, динамит. Сколько там, блин, да там здоровье еще дофигище. Пока если так. Хе, влобешник. Ну и этого, естественно, нараспил. И получается у нас последняя волна. Блин, дед зомби еще на первом месте стоит. Давай вот так сделаем. Разыграли. Да зачем ты в этого деда, блин, бросаешь? Муху, муху, муху уничтожить. Муху, фигуху. Давай динамит бросим. Дед тут как всегда. Это еще со своим отхилом лезет. Будет, естественно, зомби хилять. Но не выходит ни шиша. Улей, вот что мне нужно, давай. Ну все, дед, ты попал. Правда, влепит. Нифига себе он бомбит. Эй, дедуль, подожди, 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 подожди. Давай-ка мы собьем тебе стак твой. И вот так тебе. Фу. Друзья мои, получаем корону. Ну и, соответственно, приумножаем все это дело. А вот и обещанный сундук. 10 карточек. Так, Юрий. Огненный дробаш. Снегобумчик. Бронебой. Шокодрон. Корабельная пушка. Скоро, ребята, мы сможем ее прокачать. Видишь, тут осталось чуть-чуть еще. Спутник смерти. Есть! Ребята, рыбный дождь. Я считаю, что это одна из классных карт. Осколочная граната и шестеренки. Блин, конечно, умножаем. Ну что, друзья мои, вот как-то так мы с вами сегодня повоевали. Я считаю, неплохо. Очень много получили наград. Так, рыбный дождь, да-да-да, вот именно. Чего не хватает? Ах, ё-моё, ну это надо, чтобы нам наш робот приносил вот эти вот элементики. Так, это все забрали, получили и расписались. Ну все, закрывай. Так, ему еще нужно, ой, ё-моё, еще 130 волн пройти. Так, а я могу ему, кстати... Могу. И я хочу, ребят, прокачать. Сделаем вот так с тобой. Так, вместимость от навыков. Вот так вот сделаем. И вот здесь вот по прокачке. Тридцаточка. О, да у нас шестеренок, там целая куча. Так, увеличивать скорость атаки. Да, вот это, кстати, тоже надо. А почему у нас... Ага, снарядить. Вот сюда, наверное, поставим.
То есть нулевого уровня, что ли? 50. Так, здесь до полтинничка тоже догнать. А, не сможем. Ну-ка. А, это автоматически, по-моему, да, заюзалось. На 212 секунд он теперь будет бомбить ускоренно. Да, я прям вижу, что он бомбит очень сильно и быстро. Прикинь, мы теперь с тобой можем 8950 элементов таскать. Классно. Ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!